Освіта служба інформації телерадіокомпанії «Гомель». У студії працює Марина Джала. Глядіть у гэтым выпуску. Яны заховуюць і абараняюць эканамічную бяспеку краіны. Сёння ў Беларусі адзначаецца дзень мытніка. Дзеці пад наглядам. У Гомелі з'явілася новая паслуга – догляд за дзецьмі ў гульнявым пакоі. Не падзялілі спадчыну. На разбіральніцтва ў сямейнай справе выехала абласная камісія. А зараз аб гэтым і іншым больш падрабязна. Отпрацавалі з высокай якасцю. Президент Беларусі ацаніў вынікі вучэння «Захад-2017». Сёння Александр Лукашенко назіраў за манеўрамі на Барысаўскім полігоне. Па словах кіраўніка дзяржавы, пастаўленыя мэты дасягнуты, на належным узроўні вырашаны задачы па сумеснай абароне ва ўмовах сучасных выклікаў і пагроз бяспецы. Праведзеныя манеўры далі магчымасць павысіць узровень зладжанасці органаў ваеннага кіравання і аператыўнай сумяшчальнасці штаб або розных узроўняў, а таксама баявую і, самае галоўнае, таварыскую ўзаемадапамогу беларусаў і расіян пры выкананні вучэбна-баявых задач. Супрацоўнікі гомельскай мытні сёння азначылі сваё прафесійнае свята. Падчас урачыстага сходу згадалі некаторыя дасягненні, агучылі лічбы па колькасці выяўленых правапарушэнняў. Са статыстыкай азнаёміліся нашы корэспандэнты. Дакладная колькасць супрацоўнікаў гомельскай мытні з'яўляецца службовай тайны. Але гэта якраз той выпадак, калі справа не ў колькасці, а ў якасці. Толькі ў гэтым годзе мытнікі суправадзілі больш як 600 тысяч грузавых і легкавых аўтамабіляў, звыш 30 тысяч аўтобусаў і праверылі падчас перасячэння граніцы 2 мільёны 860 тысяч чалавек. Гэта сапраўды непроста. Неабходна пастаянна быць сканцэнтраваным і ўважлівым. Работа таможніка, она сложна і многогранна. Сложна, потому что приходится свои обязанности выполнять в любое время года, и в жару, и в холод. И при этом, естественно, необходимо обеспечить соблюдение законодательства, необходимо знать большой объем нормативно-правовых актов. Законодательство постоянно меняется, необходимо быть в форме, я имею в виду, поддерживать свои профессиональные знания на высоком уровне. Сёння ў мытнікаў асаблівая задача, створаная роўна 26 гадоў таму. На першапачатковым этапе мытня займалася ў асноўным барацьбой з кантрабандай. Гэтая задача застаецца актуальнай і зараз. З пачатку года супрацоўнікі выявілі больш як 2000 адміністрацыйных парушэнняў. Па выніках іх дзейнасці узбуджаны 12 крымінальных спраў. Перш за ўсё, за спробы незаконнага перамяшэння праз граніцу зброі і наркотыкаў. Разам з тым, зараз неабходна не толькі гарантаваць эканамічную бяспеку краіны, але і садзейнічаць інтэграцыі Беларусі ў сусветную гаспадарчую дзейнасць. Дарэчы, па выніках другога квартала гэтага года гомельская мытня стала лепшай у Беларусі. Наверное, самое основное на сегодняшний день – это ускорение продвижения товаров через таможенную границу, то есть ускорение товарооборота через таможенную границу. Это создание благоприятных условий для оформления белорусского экспорта. Это создание наиболее благоприятных и комфортных условий для пересечения границы всеми заинтересованными лицами. Олег Сенцюров, Ольга Коновалова, Валера Гапанько, телерадокомпания «Гомель». Першы намеснік кіраўніка адміністрацыі прэзідэнта Беларусі Максім Рыжанкоў у чацвер і пятніцу правядзе прыём грамадзян у двух раёнах Гомельскай вобласці. 21 верасня ён сустрэнецца з насельніцтвам у Жыткавіцкім райвыканкаме. Прыём будзе ладзіцца з 11 да 14 гадзін. Папярэдні запіс ажыццяўляецца па нумары тэлефона 2-19-88. 22 верасня з 9 да 12 гадзін Максім Рыжанкоў правядзе прыём у Петрыка райвыканкаме. Запісацца на асабістую сустрэчу можна па тэлефоне 5-12-10. Бізнес без рэгістрацыі. Прэзідэнт Беларусі Александр Лукашэнка падпісаў указ нумар 337 аб рэгуляванні дзейнасці фізічных асоб. Дакументам пашыраецца пералік відаў эканамічнай дзейнасці, якімі грамадзяне маюць права займацца ў якасці індывідуальных прадпрымальнікаў пры ўмове выплаты адзінага падатку. У гэты пералік увайшлі, напрыклад, рэалізацыя самастойна прыгатаваных грамадзянамі кулінарных вырабаў, выкананне работ па рамонце мэблі, гадзіннікаў і абутку. Пашыве адзення, цырульніцкія і касметычныя паслугі. Такім чынам легалізаваны віды эканамічнай дзейнасці, якія могуць ажыццяўляцца ў дамашніх умовах, без пагрозы прычынення шкоды як асобна ўзятым грамадзянам, так і грамадству ў цэлым. Выданне указа створыць дадатковыя умовы для павышэння самазанятасці насельніцтва, уключэння яго ў эканамічную дзейнасць і такім чынам будзе садзейнічаць развіццю прадпрымальніцтва ў нашай краіне. Асноўныя палажэнні дакумента ўступаюць у сілу праз месяц пасля афіцыйнага апублікавання.
Тем часом у Гомеля появилась новая социальная послуга «Догляд за детьми» у специальном гульнявом покое. Такую неординарную идею вособила в житё гомельчанка Мария Остапенко. Необходимым стартовым капиталом стала субсидия, выделенная управлением по праце, занятости и социальной обороне горвыконкама. Наши корреспонденты потекавились, у яких умовах и с кем будут проводить час покинутые у центры дети. Першие плюсы – зручное размещение у центра города, утульный интерьер и доброзычливая команда. Покуль, правда, представленная только дуэтом керовника и выховальника. Зазернувши у дитячий гульнявый покой, мы как раз встретили мать, якая привела сюда свою дочку. Заявилась терминовая справа, а девчинку покинуть не было с кем. Очень хорошо, что у нас в городе открылся такой мини-детский сад, потому что не всегда мама может быть свободна. У нее могут быть какие-то неотложные дела, и мало кому, наверное, могут помочь бабушки, дедушки. Батьки могут покинуть у гульнявым покое дитяти во взросте от 3 до 7 годов не больше, чем на 3 годины. Весь этот час за им будет наглядать выховальник со специальной педагогичной эдукацией. Правда, кормить и укладывать спать тут не будут, а вот гулять, малявать и читать казки кольки за угодно. Причем все это за примальную плату. У Минску такие центры популярны, их становится все больше. Это вельми важный социально ориентованный накерунок. Не все же мают махчимость отдать сына або дочку у дитячий садок, и не у кожного есть бабуля, якая может застаться с унуками. Мама, папа обращается, заполняет анкету, указывает все свои паспортные данные, получает чек, оплачивая услугу, и когда приходит забирать ребенка, предъявляет паспорт, чек, это строго и обязательно для безопасности. Вот. Ребенок, конечно, да, должен быть здоров обязательно, чтобы не подвергать опасности других детей. Работаем мы ежедневно, в том числе и выходные, праздничные дни, по предварительной записи с 8 до 10 вечера. С початку года амаль 290 беспрацовных жихаров Гомельской области отримали субсидии для открытия властной справы. Их можно потратить на открытие индивидуального предпринимательства, организацию агроэкотуризма або початок рамесной деятельности. Субсидия в настоящее время выделяется в размере 11-кратной величины бюджета прожиточного минимума. На сегодняшний день это немногим более 2000 рублей белорусских. Вот. Вместе с тем, граждане, которые проживают в малых городах, в районах с высоким уровнем напряженности и в сельских населенных пунктах, субсидия выделяется в размере 15-кратной величины бюджета прожиточного минимума. На сегодняшний день это порядка 3000 белорусских рублей. Усім беспрацовным, які ожидают организовать предпринимательскую деятельность, служба занятости предоставляет махчимость пройти навучание основам ведения бизнеса на специальных бесплатных курсах. Марина Джалая, Максим Савин, Александр Харлампов, телерадиокомпания «Гомель». Протягиваем выпуск. После земельных спречек спадщинные справы традиционно на лидирующих позициях у рейтингу тем, с якими громадяне звертаются на горячие линии улады, у контролюющие и судовые органы. И часом только умешальництво этих служб приносит ясность у заблытанные справы. Сведкой одной из таких стала Ганна Ковалева. Історії про те, як батьківська спадщина становиться яблуком розладу, шмат. Гэта класіка сімейних сперечок. І коли закон може розсудити усе спокійно, чоловік під впливом емоцій частіше за все – ні. Історія земельної і жильової сперечок сім'ї Карпович-Кедровських довжиться 2,5 роки. Конфліктують родні сестри. Коли їх мати амаль позбавилася зроку і стала імкліво губляти здоров'я, доглядати її приїхала молодша з дочок – Алла. Яна так само взяла на себе ведення домашньої господарки. Проз 3 роки мати не стала. И тут про себе нагадала старейшая сестра, заявила о правах на спадщину. Вот только не для того, как жить у ее, а как продать. У молодшей сестры сродков выкупить долю не было. Тогда старейшая начала шукать інших покупников. При этом делить на двоих дом и участок категорично не хотела, что зрешты закон дозволяет. Вот только жадающих купить нерухомость без докладных межов не оказалось. В вынику нияк распорядиться спадщиной Наталья не может. Навод при тем, что сестра пропонует ей мирное погоднение и официальный подел. Я согласна разделить этот дом, пойти там, так как, может быть, не плюсом-минусом в метраже, в земельном участке. Пожалуйста, пускай подпишет мирный договор на то, что какая площадь принадлежит мне. То есть эти комнаты, значит, я свои вещи перенесу в те
этот сарай, значит, я займу этот сарай. Понимаете, я хочу знать, где мое место. Не потому, что там какие-то... Вы согласны на любые условия? На все условия. Суседи кажут, разлад у этой семьи должится каля 10 годов. С чего он начался конкретно, уже никто не памятает. Однако сходится у одним. Миновито завершение поставило кропку у добрых отношениях. Все, что засталось от семьи, майомостный конфликт. И навод, коли одна сестер нарыште готовая хоть до документального примирения, другая категорично супрать. Давайте мирный договор. Вот ответ. Мира никаких, миром с врагами я не мирюсь. Как вырешить ситуацию, старейшая сестра не раз зверталась у разные инстанции. На место выезжали комиссии, представники улады, юристы, депутаты, податковые службы и навод экологи. И каждый раз для того, как проверить черговый зворот Натальи, якая виноватила сестру у порушения закона. Сапсование огульной майомости, присутность квартарантов и навод гноявая куча на огороде так само заявилась прикладом порушения нормов санитарных. Однако после проверок ни одно за виноватшванию не подтвердилось. В ходе комиссионных выездов мировое соглашение не достигнуто. Мое личное мнение, пока две родные сестры не договорятся между собой, не услышат друг друга, этот спор может длиться годами. И, наверное, никакой объект недвижимости, чем является данный дом, не стоит того, чтобы терять родственные отношения. Две родные сестры, в принципе, они хотят слышать, что они родные сестры. Когда приходила и Алла Валерьевна, и Наталья Валерьевна, я объясняю, что вы родные люди, услышьте друг друга. К сожалению, так. Сегодня сюда снова приехала комиссия, на этот раз областного уровня. Але и у этом выпадку найти кропки судокранания мирным шляхом сестрам не удалось. Данный спор между двумя сестрами может быть разрешен только в порядке судебного спора. Да? Обращаться одной из сестер о разделе дома. Других никаких вариантов здесь невозможно, поскольку мирного никак они не достигли соглашения, поэтому только суд. Вывод этой ситуации, по моему мнению, таков. В результате межличных отношений между двумя сестрами не достигается между ними мирового соглашения, и поэтому для решения их жилищного вопроса, владения, пользования данным жильем должен решаться в суде. Они обе на это согласны, на решение суда, и будем ждать этого самого решения. Ганна Ковалева, Валерий Гапанько, телерадио, компания «Гомель». У областным музеї воєнної слави відкрилася вистава «Гомель і гомельчані напередодні і у гади Першої сусвітньої війни». Експонати предоставив член Міжнародного союзу колекціонерів Валерій Гримашевич. Один з перших навідувальників – наш кореспондент Олег Сінцюров. На виставі більше 600 експонатів, від узнагороди воєнної форми та тексту присяги царського офіцера. Клянуся великому государу імператору ніколи не відлучатися від команди стяга, бути вірним, храбрим і послухмяним солдатом. Эту выставу промерковали одразу до двух подей – 100-годия Кастрычинской революции и 875-годия Гомеля, как еще раз показать, гомельчане могут гонориться своей историей. До речи, до революции город был буйным гандлёвым центром. Годовый оборот от продажу товаров складал около 20 миллионов золотых рублей, тогда как от работы промысловых предприемств не досягал и трех. А прочатого Гомель был знакомитый чудотворными иконами, одна из их удивила навод самих организаторов. Одна из икон здесь произошло просто чудо. После того, как ее разместили на стенде, это Николай Чудотворец, бронзовый оклад, за 3 дня он как бы очистился, он стал блестеть, а он до этого был темный. Здесь представлены коллекция часов большая, потому что гомельские мастера были высококлассными мастерами, даже с Москвы, с Петербурга везли сюда сложные часы для ремонта. По основной профессии Валерий Гримашевич – лесовод и навод является автором больше 270 науковых прац. Але краезнавство и коллекционирование, напевно, можно уже лечить другой специальностью. Миновито гэты экспонаты он сбирал около 40 годов. Теперь за их допомогой поспробовал показать духовный и материальный свет гомельчан, якія жили 100 годов тому. Коллекционер перекананы, проставленные артефакты выкликают неподробный интерес у наведывальников усих узростов. Вот это вот все, оно просто воспитывает, очень хорошо воспитывает наших молодых. А то в интернете лазят. Не то, я и сам выключил интернет. Полазил, не наше. Вот эта история, она очень закручивает на преданность Родине. Олег Сінцюров, Валерій Гапанько, телерадіокомпанія «Гомель».
Гэтыя і іншыя навіны вы можаце знайсці на нашым сайце ў інтэрнэце па адрасе www.tvergomel.by. Далей у эфіры спартыўны агляд. З навінамі спорту вас пазнаёміць Максім Савін.